Круглый стол по вопросам работы с фракциями партии «Единая Россия» в Советах депутатов муниципального образования прошел в штабе Одинцовского отделения на Можайском шоссе. В совещании приняли участие первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель секретаря Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Рожнов, депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина, депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков, а также депутаты местных советов. Необходима опора на вас в качестве общественного мнения, скажем, моим законодательным инициативам, моим коллегам из Мособлдумы, потому что очень сложно. Один из самых важных вопросов коснулся приоритетов партии, а также контроля реализации государственных программ Московской области на местном уровне. Цифры достаточно большие, если говорить о том, как расходуется бюджет. Более 70% – это практически все социальные программы. Лариса Лазутина добавила, что Одинцовский район занимает лидирующие позиции по борьбе с незаконными рекламными конструкциями. Это было отмечено на заседании областного правительства 28 марта. Работу по наведению чистоты и порядка в муниципалитетах необходимо продолжать. На заседании речь шла и о важности исполнения наказов избирателей. Нужно, чтобы все депутаты фракции «Единая Россия» вошли, мы создали в Телеграме единую группу, чтобы быть одинаково информированы о том, что делаем мы, как депутаты Мособлдумы по 13-му округу вместе с Бараном Александром Николаевичем, что делаете вы, чтобы мы примерно обменивались не только достижениями, но и проблемами. Поэтому это мы сейчас в техническом, таком рабочем режиме технически это все сделаем. Во время круглого стола депутаты обсудили и другие вопросы внутрифракционной деятельности. Обращение граждан, работу общественных приемных. Затронули вопросы передачи военных городков от Министерства обороны, введения муниципалитета. Обсудили проблемы здравоохранения. Внесли предложения по совершенствованию законодательной базы. На заседании было принято решение, что такие встречи должны стать регулярными. Ежемесячно депутаты двух парламентов и представители партии на местах будут собираться, чтобы обсуждать текущие вопросы и планировать предстоящие мероприятия. Это позволит объединить усилия депутатов-единороссов по выполнению наказов избирателей и реализации партийных программ. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».